Семейно-развлекательный центр «Фэмили» под занавес 2018 года решил провести грандиозный новогодний кулинарный чемпионат. Совместно с шеф-поваром комплекса Русланом Имангазалиевым было проведено 3 тимбилдинга, по итогам которых из 12 участников были определены 3 финалиста. Кого-то обидеть. Даже тех, кто остается на втором и на третьем месте, тоже может быть какой-то там момент волнения или просто немножечко неподготовлен был человек. А вот чисто по-человечески как-то вот мне немножко сложно. Я даже вот когда меня пригласили вот сюда, немножко было неудобно. Я говорю, я приду как гость. Можно я не буду никого судить? Ну вот не получается. Пришлось судить. Но я буду стараться никого не обидеть. Все кулинарные поединки сопровождались интересной культурно-развлекательной программой и увлекательными концертными номерами. Победителей судили и определяли приглашенные члены жюри и шеф-повар Руслан Имангазалиев. Они, наверное, никогда не подумали, что они будут готовить. Ну, мне кажется, что им это очень понравилось, и они, наверное, будут продолжать. Так как это как бы любительский такой чемпионат, но я думаю, все начинается именно с любительских чемпионатов во все любые и спортивные мероприятия, и кулинарные. Поэтому я думаю, они, наверное, все-таки будут дальше как-то для себя развивать эту тему. По итогам всех этапов искуснее остальных оказалась Эльмира Бисултанова. Ей удалось выполнить главные условия победы. Это вкусное приготовление, правильное совмещение ингредиентов и правильная подача. Все участники, победители и призеры получили памятные подарки к Новому году. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».